Чувствуете, на сцене очень жарко, но мне кажется, что там, где вы стоите, еще жарче. Вы не против, если я поверну вентилятор в вашу сторону? И попрошу техников, чтобы включили его на полную, чтобы сдувало вот в вашу сторону вот этот свежий ветер созидательных перемен. Вы его заслужили. Вот. Ну, вместе с ветром к вам еще кое-что прилетит. Сегодня вечером мы в Шереметьево, при ясной погоде, согласно метео, я вылетел рейсом по расписанию. Такое начало у этой саги. Я взял с собой только паспортный плеер, чтобы маршрут прошел веселее. На мне только шорты, а на мои кроксы и майка, что ладно, сидит на торсе. Я лечу далеко под видом туриста первым классом, и мне подают игристо. Меня встречают люди в Макао, у меня с собой килограмм какао. Зависит, так сказали мне люди, что меня послали. С грузом какао в далекие дали. Мы летели, летели над облаками. Я уверен, мне килограмм какао. Я подумал, что если я возьму немного, в этом точно не будет ничего плохого. Я просто попробовал из пакета, где было какао белого цвета. И в иллюминатор стал смотреть с интересом. Громче и громче пел Григорий Лепс. Ко мне подошли сразу три стюардессы и спросили меня очень строго, что это. Я ответил: белого цвета. Я не знаю, как я обаял этих женщин, но в пакете стал немного меньше. А потом я душой становился в тушибе и предлагаю форс всем пассажирам. Когда в пилотах осталась пылинка, я привет передал всем пилотам кабинку. Надо только придумать, что сказать Макао людям, которые ждут какао. Ваши аплодисменты!